рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Внимание, дети! Летние каникулы». Сотрудники госавтоинспекции встретились с детьми летнего лагеря 28-й Самарской школы, провели с ребятами разъяснительную беседу, напомнив об основах безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте в период летних школьных каникул, закрепив эти знания увлекательными играми на практике. Но жизнь не игра, и к своей безопасности нужно относиться серьезно. За 5 месяцев на территории города Самара зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых у нас пострадали 66 несовершеннолетних, один погиб. На настоящий момент мы имеем рост дорожно-транспортного травматизма с участием детей практически плюс 45%. Каждый ребенок должен знать об опасностях, подстерегающих его на автомобильных дорогах, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. На дорогах Самары для безопасности детей создают все условия. В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создают островки безопасности на пешеходных переходах, устанавливают светофоры и другие элементы освещения, размещают искусственные неровности на проезжей части, вводят ограничения скорости движения автомобилей. Но сотрудники ГИБДД не снимают с себя ответственности и систематически напоминают детям, что невнимательность на дороге таит в себе смертельную опасность. Поэтому особое внимание уделили проблемным вопросам в области безопасности дорожного движения. Это правила поведения на улице, в салоне транспортных средств, при управлении велосипедом. Не оставили без внимания и необходимость использования в темное время суток световозвращающих элементов, а также соблюдение правил перехода проезжей части. Кроме того, сотрудник полиции сделал акцент на поведении детей во дворах, где игровые площадки находятся в непосредственной близости от движения транспорта. Школьники приняли активное участие в беседе и находили выход из ситуаций, которые могут произойти на дорогах. Вот этот союз с представителями ГИБДД, он неформальный. То есть они действительно всегда на связи с нами, оказывают методическую, практическую помощь и ищут нестандартные формы работы с детьми, которые бы и привели к такому крепкому пониманию необходимости соблюдения правил дорожного движения. После встречи ребятам дали возможность посидеть в патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора. Детям показали, как работают громкоговорящие устройства и проблесковые маячки. Такие встречи регулярно проводятся в детских, пришкольных и загородных лагерях. Сотрудники госавтоинспекции пожелали всем провести это лето весело, активно, безопасно и соблюдать правила дорожного движения. Мы